Субсидии в Украине в 2020 году остаются одним из самых важных вопросов у украинцев. Из-за вынужденного карантина и пандемии коронавируса многие украинцы остались без работы. Также сократились финансовые доходы. Что будет с субсидиями украинцев после окончания карантина? И стоит ли переживать тем, у кого она была оформлена раньше? Сообщил заместитель министра социальной политики Виталий Музычко. В марте Верховная Рада приняла законопроект, который регулирует начисление субсидий, коммунальных услуг и других выплат украинцев. В период карантина запретили начислять штрафы за несвоевременную оплату услуг, применять пеню и отключать от услуг тех, кто не успел погасить задолженность в срок. Как объяснил заместитель министра социальной политики Виталий Музычко, в данном документе был также пункт о субсидиях украинцев. Согласно этому пункту, лишить субсидий в период карантина потребителя нельзя. В особенности этот пункт касается тех граждан, которые получили помощь от государства ранее. Замминистра добавил, что те пользователи, которые получали субсидии до карантина, будут получать ее и в дальнейшем. Те, кому начисляли субсидию в период отопительного сезона, будут получать ее дальше. Обращаться таким потребителям в органы социальной защиты не нужно. Субсидия назначена снова автоматически.